Первый звонок для тех, кто окончит школу в 2029 году. Пока это только прекрасное далеко, уже сегодня начались чтения, природоведения, математика. В этом году в школы края пошли более 266 тысяч человек. Из них 30 тысяч – первоклашки. Дни я не отчитывал. Я просто отдыхал пока. Отдыхала от детского садика? Ну да. 1 сентября во всех школах края для первоклассников провели уроки, посвященные Дню добровольца, истории, культуры. Мне все нравится. Мы смотрели на экран и путешествовали по стране знаний. А для кого-то это увлекательное путешествие уже подходит к концу. Грусти пока не чувствуется, ощущаю небольшую тревогу, так как экзамены, будем готовиться, но больше такая легкая радость. Торжественные линейки прошли и во всех вузах края. Они собрали более 50 тысяч студентов. Из них 10 тысяч – первокурсники. В Министерстве образования сообщили, что в этом году самые популярные специальности среди абитуриентов – экономика и медицина. Около 1000 будущих врачей переступили порог Алтайского медуниверситета. Вузу досталось 180 золотых медалистов. А на праздничное построение в политехническом вузе вышло 2000 первокурсников. Для университета это самая массовая линейка за последние несколько лет. И, как всегда, в лидерах по числу поступивших – Алтайский госуниверситет. День знаний в нем отметили 4000 вчерашних школьников. Впереди длинные уроки, пары, экзамены, новые друзья и бессонные ночи, которые они с теплотой будут вспоминать всю жизнь. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.